В Центре творчества детей и молодежи впервые прошел томатный форум. Как узнали гости мероприятия, в мире 10 тысяч сортов томатов. Все они разные по размеру, по вкусу и по цвету. У известного слонимского знатока сада и огорода Светланы Кацаповой в коллекции 3 тысячи сортов томатов. О целях мероприятия рассказывает его организатор Виталий Жилинский. Цель, ну, объединить всех в Беларуси коллекционеров, потому что у нас... Этим никто не занимался никогда. И, ну, обменяться, наверное, опытом, так как делает Светлана Кацапова. Плюс нанести нужную полезную информацию о целебных качествах томатов, которые, например, сантоцианы. Это как вещество, которое на ранних стадиях, ну, то есть у каждого человека имеется где-то там раковые клетки. Они могут развиваться, могут не развиваться. Так вот, антоциан, оно, это средство, не дает возможности в организме развиваться раковым клеткам. Поэтому есть много разной полезной информации, о которой люди просто не знают. И вообще, что такое томаты настоящие, люди тоже забыли. Потому что в основном продаются гибриды, которые выращиваются даже не в почвогрунте. Вот. Но вообще, то есть форум рассчитан для людей, кто занимается коллекционированием томатов. Сам форум. Это более, наверное, информационный такой вот поток нужной информации для тех людей, кто этим занимается. В коллекции у меня около 3000 сортов. Повторение только... То есть, когда-то под пьяностью я собирала все, что видела и все, что мне попадалось под руку. Естественно, выращивала, собирала семена и все сохраняла. Впоследствии у меня, конечно, идет отсортировка очень сильно. То есть сейчас, если я приобретаю, вот, выращивая 200 сортов в сезон новых, то в коллекции оставляю, ну, не более, наверное, 40. Потому что все-таки в первую очередь это урожайность, во вторую очередь это, конечно, чтобы томаты были вкусные. Форум этот, я хотела бы этим форумом все-таки... внести культуру, скажем так, томатного выращивания именно в нашей Белоруссии. Мы сегодня поговорим, как лучше, как, где и что. Я все подскажу. И вы знаете, очень хотелось бы собрать вот всех коллекционеров, которые есть у нас в Беларуси, а поверьте, их тоже очень много. Почему? Потому что, почему называю коллекционерами? Потому что по всему миру ищут эти томаты. То есть в основном это идет американская селекция какая-то, итальянская селекция. А вот белорусской у нас селекционеры стоят на месте. Собственно говоря, в реестре наших институтов находится не более 1000, наверное, наименований. Расцветок, сейчас вкраплений, то есть черри сейчас все подходят, вот что у меня есть сорта, они все подходят к открытому грунту. Единственное, которое капризульки, то они, скажем так, уже для красоты, чтобы кого-то удивить, чтобы положить на тарелку, чтобы разрезать этот помидорчик с фруктовым вкусом, чтобы он уже был, понимаете, как изюминкой вашего стола. Да, есть. В нем, допустим, поймите сами, если что-то красивое, его обычно мало. То есть там не ломятся кусты, скажем так, как помидор. Вот если даже взять вот этот космос, там, допустим, убеждение вот с этими вот вкраплениями такими вот, видите, они такие вот интересные. Ну, это селекция продавница, но они все с фруктовыми вкусами. Их, конечно, мало. Но они до такой степени вкусны, что их надо иметь.